Вот наша лодочка. Очень жарко, прям вообще невыносимо. Сейчас будем выходить на воду. Лодочка 2,70, гриф. Хорошая лодочка будем. Сегодня это третий ее выход. Начну рыбачить с вот такого секс-импакта. И 7 грамм. Застежечка, разборная чебурашка и все. Спиннинг у меня сегодня Патриот спиннинг. В прошлом году ловил, потом такой сломал и в этом году опять купил от Кондора. Катушечка цуриное. Ссылочка на спиннинг будет в описании. Вот первая поклевочка. Силикончик. Вот такой вот красавчик. Вот такой вот первый бучочек. Заброс буду делать несколько метров от лодки. Метров 5. И подброс на дно. Раз, два, пауза. Раз, два, пауза. 7 грамм долго падает, поэтому... Обычно, если он есть, атакует. Оп, сразу подсел проводочкой, но не крупный. Вот такой вот. Два-два пока. Саша ловит на сердце, я ловлю пока на силикон. Результат 2-2. О, хороший бубрик. Старенький. 3-2. Мы пока и не якоримся. О, клюет сразу. Здесь поклевка. У Сани есть. Вот такой вот. Да. Что он так слабо взял вообще? Да. Песочник. Не, у меня сформан. Саша на одного бычка впереди. Ну, клюет одинаково, что на тонну, что на тон. Ну, Саша уже на два бычка впереди. Ну, это мелочь. Что, я отпускаю? Да, отпускаю. Не наш размер. У меня до этого спиннинга была Вейда легенда. Классный тоже спиннинг, но он не протвичивал хорошо. Питкера больше там 7 грамм, 7, 8, 10 вот так. Поэтому я взял себе все-таки Патриот спиннинг, вернулся к нему.
Думал что-то подороже взять, но не стал экспериментировать. О, галышика поймал, Саня. Классная рыбка, на нее классно ловится рыба. Маленькая треска. Без костей, кстати, рыбка. Клевки есть, но что-то не заглатывает. Мелкий, наверное. О, тут хороший. Ну, на сердце клюет, на силикон почему-то плохо идет. Попробую жилку от курицы. Такая вот жилочка от куриного сердца. Наживлю ее. Сразу смотрим. Те же 7 грамм, та же снасть, ничего не менял. Потому что Саня ловит, я пасую. А я экспериментирую, да. Просто место, наверное, такое. А может, просто клево нет. Да, вот поклевочка на сердце. Вот это размер. Я-то думал, зачем я перешел на это. Походу не стоят где-то. Хорошая поклевка была. Так влупил хорошенько небольшой сурман. Ну так влупил. Ну, клюет. Вот, и здесь еще один. Погнать? Ну, конечно. Что клюнуло так без поклевки? Издалека. Нападение. А, пучочек. Ох, поклевка прям. Отдай спиннинг. Когда вот сильная-сильная поклевка, это просто бычок хватает и плывет. Он не заинтересован там зажевывать, ударять. Просто схватил и уплыл. Да, совсем не тот размер. Пойдет в Инстаграм. О, ух, какой! Куда я мой? Если с крючком, то мой. Прям под лодкой взял. Почему-то другой резины не хочет. Только пассивная проводочка. И все. Можно также ловить из берега. Но возле берега удовольствия сейчас мало ловить из-за туристов. Очень шумно. Все купаются. Поэтому с лодочки намного лучше. Уже поводочек уже весь потертый.
есть. Хорошо так давит. Бубрёк, наверное. Очень нежная поклевочка была. И... вот так вот. Иногда может в грузило атаковать. Было такое много раз на берегу. Смотрю, оно по грузилу. Пытается грузило скушать, а не силикон. Ух, что-то хорошо взяло. Прям чувствуется натяжение. Что, кнутик, наверное? Или хороший бубырь? Думаю, кнутик. Прям с дальняка. А кнут. Вот кнутишка. О, нападение. Просто нападение. Думаю, когда уже дно? Начинаю натягивать, и вот он. Последние пару минут осталось. Оп, есть! Хорош! Подача была, только что Саня начал якорь, достал уже, начал разворачивать лодку, и вот он, последний, вот такой вот. Немножко бычка, килограмма полтора точно есть. Ну, как для летней жары, это отличный результат.